Привет. Что-то у меня активность на канале упала, и самое время нам с вами поговорить о моей любимой теме – медицине Израиля. Из всех щелей доносится о том, что в Израиле бесплатная медицина. Особенно в последнее время меня часто спрашивают и ссылаются на небезызвестную телеведущую Жанну Бадоеву, которой такое ощущение, что сам Битуах Леуми доплачивает за пропаганду этого мифа о бесплатной израильской медицине. Ну, то есть она не всегда прямо, а очень часто косвенно рассказывает нам об этом. Вот давайте послушаем. Родиться в Израиле не всегда просто. Служить в армии престижно. Болеть не страшно. Роды в Израиле бесплатные, ведь государство покрывает больницы все расходы. Вот прямо сейчас вы наблюдаете, как ему вновь запускают сердце. Честно говоря, для меня это космос какой-то. Сколько же будет стоить Давиду такая реанимация? А вот сейчас сердце становится у меня, потому что все это бесплатно. А теперь давайте, как я уже не раз говорила, я люблю цифры. И на примере меня, как гражданки Израиля, давайте посчитаем, сколько платит гражданин Израиля за эту бесплатную медицину. Прежде всего, граждане Израиля платят налогами со своей заработной платы. Так как вы знаете, я не работаю, за меня налоги платит мой муж. У нас есть общий семейный счет, это обязательное условие. Система налогообложения прогрессивная, поэтому чем больше вы зарабатываете, тем больше налогов вы отчисляете. Наша заработная плата не самая высокая, но и не самая низкая. Пункт номер раз – это масбриют, налог на здравоохранение. Мой муж его платит порядка 700 шекелей, и так на двоих это 350 шекелей. Также я плачу дополнительную страховку, я состою сейчас в Макаби. Кстати, надо будет снять видео «Отличие Макаби от Клалита». Сейчас запишусь. Мне она пока что выгодна, потому что я часто лечу зубы. Плюс 100 шекелей. Есть такие поборы в Израиле, как дмей рецинут. Это такие небольшие взносы на походы к специалистам. Как бы суть их такая, что вроде как, чтобы лишний раз, если у вас ничего не беспокоит, вы бы не пошли. Вроде как небольшая плата, ну как бы большая-небольшая. Я пару раз в месяц схожу к специалистам каким-то, и получается где-то, если это за один поход 30 шекелей, то 60 шекелей в месяц получается платим. Итого 510 шекелей плачу я за бесплатную медицину каждый месяц в Израиле. Это около 145 долларов. Или для российских зрителей я даже переведу. Это 9243 рубля в месяц стоит бесплатная израильская медицина на человека в месяц. Ну, вы знаете... Я что хочу сказать, в России она тоже не бесплатная. Вот. Но это уже тема другого видеоролика, не этого. Итак, минимум в год наша семья платит только за меня 6120 шекелей. Это 1737 долларов или, внимание, 111 тысяч рублей. Что я хочу сказать, это без дополнительных частных страховок, которые многие более обеспеченные граждане себе позволяют, потому что они предоставляют более качественные медицинские услуги. И конечно же, это еще не вся стоимость, потому что еще есть доплаты за стоматологию. Ну что еще, у кого-то кроме Жанны остаются иллюзии о бесплатной израильской медицине? Ну и еще добавлю в это же видео некоторые особенности бесплатной израильской медицины. Не знаю, насколько это минус, плюс. Есть такая особенность израильских специалистов, это их узость. То есть вот лишнее, может быть из-за того, что -то вот здесь такое, знаете, боятся они каких-то судебных дел, но если какая-то процедура вот по регламенту не является
у этого врача прям вот списки, то он не будет вам ее делать. Расскажу на примере. Меня дикий кашель мучил в течение больше, чем даже месяц. И я была у Лоры на приеме по поводу гланд. И заодно решила, думаю, раз уж я у Лоры, спрошу про кашель. Мне сказал Лор: чур-чур-чур, вам к семейному врачу, вас должны послушать. То есть Лор не может послушать это к семейному врачу. Вот такая вот особенность. А еще есть одна особенность, которая, очевидно, является минусом. Это доступность медицины. Этот параметр никак нельзя забывать. В Израиле бесплатная медицина очень сильно ограничена, доступна очередями. Самое худшее отделение медицины – это психиатрия. Там очереди доходят до года. В других отраслях медицины дело обстоит лучше относительно этой части психиатрической, но тоже не вау. Средняя длительность очереди к офтальмологу, окулисту, это где-то по стране, знаете, тоже как бы отличается, но в среднем это 11 дней. А к неврологу есть данные, что 32 дня. К гастроэнтерологу 87 дней. А к эндокринологу 3 месяца. В каком-то моем в прошлом видео про медицину я посмела упомянуть о том, что в Израиле есть нехватка аппаратов МРТ, на что некоторые подписчики или просто зрители того видео начали мне доказывать, что в Израиле все хорошо с этим делом, что аппаратов МРТ хватает. Ну и тут мне пришлось проверить это на себе. Не просто потому, что для доказательства этим подписчикам так уж вышло по жизни. Итак, что же вышло? В июле, в конце июля, начале августа я попала на прием к ортопеду, который выписал мне направление в больницу. Значит, мы записались, ближайшая запись была на 1 ноября. То есть, понимаете, в августе мы записывались на 1 ноября. Это в другом городе, это в Тель-Авиве. Но самое шокирующее для тех, кто не знает, запись была на 3 часа ночи. Потому что не хватает в Израиле аппаратов МРТ. Днем на них проводятся только срочные исследования. А рядовые, то есть если вы не умираете, вам просто нужно проверить, что у вас там болит, только ночью. Ну и получается, насколько это бесплатно, если вам нужно доехать ночью из одного города в другой. У нас была эта цена сопоставима с платным исследованием такого же в Молдове, но мы решили сделать это в Израиле для того, чтобы врач, потом ортопед, принял именно МРТ, посмотрел. Вот, ну я сейчас записываю видео, и я делаю МРТ. Кстати, ставлю вам видосик, как я его делала. На часах почти 4 утра. Я вышла с МРТ и нахожусь в Асуте. Мне как-то в комментариях писали, что в Израиле нет проблем с аппаратами МРТ. Вы знаете, если бы не было проблем, наверное, не делали бы ночные исследования тем, кто еще не при смерти. Так вот, не договорила. Я, значит, сделала МРТ, но еще жду визит к ортопеду, ну, потому что я же записалась в сентябре уже, а в сентябре очередь была как раз на декабрь, понимаете, я в ноябре сделала МРТ, и вот жду в декабре визита к ортопеду, который расскажет мне по этому снимку, что же у меня с моим коленом. Вот, и, кстати, в тот же визит в конце июля, в начале августа врач дал мне направление на физиотерапию в нашем городе, и я записалась, и уже скоро туда пойду, в феврале. Ну, то есть, да, сейчас ноябрь, и вот в феврале уже пойду. Отдал мне направление в конце июля. Полгода очередь на физиотерапию. Так что очереди – это то, что в Израиле реальность, и это не просто какие-то там, да, недели, это месяцы.
Получается, очередь к стоматологу я жду по 2 месяца, очередь к ортопеду тоже по 2 месяца. С лором получше обстоят дела, где-то 2-3 недели можно ждать лора. Ну и еще одна особенность бесплатной израильской медицины – это расширенная страховка. В принципе, она особо никаких преимуществ не дает, она помогает, я знаю, беременным как-то оплатить их дополнительные визиты к врачам. Вот стоматология, она очень сильно помогает, я этим активно пользуюсь. Части операций говорят, что да, оплачивает она, но вы знаете, я считаю, вот эти все остальные плюшки, как очки операции, это просто фикция. Почему? Потому что, вот, например, на очки я собиралась сделать, думаю, о, у меня же дополнительная страховка есть. А пошла я в эти отдельные оптики, ну, при Макабе, и получается, что со скидкой, там, и еще с дополнительной скидкой от продавца, как это обычно бывает, в общем, потому что цен нигде нет, и знаете, класс такой, как договоритесь. И, в общем, максимум, на что я смогла договориться, самые дешевые очки могли бы мне сделать с моей карточкой за 300 шекелей. А в Суперфарм, это сеть аптек, и там есть оптика без всяких скидок, самые дешевые очки там стоят 250 шекелей. Ну, как бы, поэтому какой смысл в этой карточке, когда есть другие оптики, которые делают за те же деньги без этих скидок. То же самое по поводу операции. Я думала сделать операцию на глаза в Израиле, но как-то получается, что с этой скидкой по дополнительной страховке все равно операция выходит дороже, чем я бы сделала ее в Москве с перелетом, проживанием там в гостинице. Ну, в общем. Также дополнительная страховка дает 50% скидку на некоторые лекарства. Тут у меня, как бы, я этим пользуюсь, да, но возникает очень большой вопрос. Например, мне врач прописывал дорогостоящее лекарство для колена, окей. То есть я даже назову вам его, это протез синовиальной жидкости. С 50% скидкой мне его пробили как 300 шекелей. И это местный производитель, компания Тева, израильская. В Москве же аналогичный препарат того же состава стоит без всяких скидок 250 шекелей. И в Москве он не московского производства, а импортный, австрийский. Вопрос, откуда в Израиле такие цены? И вот эта дополнительная страховка, это реально какая-то фикция. Лайк, подписка, колокольчик. У меня на сегодня все. Встретимся в комментах. Не болейте. Пока.